Еще в сентябре месяце эта несчастная горка с детской площадки, что находится во дворе на улице Высоковольтной, исчезла, оставив о себе лишь веселые воспоминания. Жители района, не обнаружив с утра на месте детский аттракцион, были, мягко говоря, удивлены. Оказывается, аккурат под площадкой проходит водопроводная система. Одну из труб прорвало. Добросовестные сотрудники ремонтной бригады, срезав горку, устранили неполадки. Только вот игрушку детям так и не вернули. Приехали на стенд машина, спецмашина, и они уже режут, значит, резаком эти две горки детские. Они находились рядом, прям буквально рядом с этим колодцем. Потому что, по-видимому, наверное, чтобы ликвидировать эту аварию, соответственно, надо снять эти горки детские две. И потом к вечеру уже стало темнеть, приехала с водоканала или откуда бульдозер, точнее экскаватор, стал копать. По-видимому, им мешал, эти горки мешали, поэтому копать там нельзя было, так как их не убрать. Наша чудесная площадка, которая, в общем-то, всегда была любимым местом времяпровождения детей, превратилась просто в какое-то неприглядное зрелище. И вот спустя 4 месяца горка нежданно-негаданно как из-под земли выросла на своем законном месте. Правда, вокруг нее все не так эстетично, как было до раскопок. Но зима, как известно, скрасит все недостатки.